Факт контрабанды наркотика через пешеходную составляющую КПП «Адлер Автодорожный» еще в сентябре пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Тогда в ходе личного досмотра у гражданина Абхазии Мурмана Гацеридзе в вещах был обнаружен полимерный сверток с синтетическим наркотиком. Химическая экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой около 2 граммов. Это приравнивается к крупному размеру. Материалы были переданы в следственный отдел ФСБ, который возбудил уголовное дело. По его результатам суд вынес обвинительный приговор 5,5 лет колонии общего режима.